Приветствую всех из Одессы. Сегодня 11 августа 2023 года. У нас в Одессе во время воздушной тревоги на Дальницкой загорелось заброшенное здание. Публикую вам видео с места. Пожар был достаточно сильный. В небо поднимались клубы черного дыма. Сообщают о том, что с недавнего времени там поселились бомжи. Ну, здание заброшенное. Судя по всему, поселились там бомжи и что-то там где-то как-то подпалили или, может быть, что-то хотели пожарить. Ну, короче, что-то пошло не по плану, и здание загорелось. Вот, это не прилет, потому что оно горело как раз во время воздушной тревоги. У нас абсолютно было все спокойно, взрывов никаких не звучало. Кстати, касательно воздушной тревоги, взрывы звучали во многих областях. И в Хмельницкой, и в Винницкой, и в Киевской, и в Ивано-Франковской. Пока месть по поводу прилетов никакая информация не поступала. В Киеве сообщают о падении обломков ракет и на детскую больницу, и на частные дома. Вот, ну, пока вот такая вот информация. То, что известно, то вам и сообщаю. В Одессе, еще раз повторюсь, все было спокойно. Здание загорелось само, без прилета. Все, я на связи. До встречи в новых видео. Пока.